Привет, бро! С тобой воблер и ставь лайк за 3 секунды, если ты тоже просрал 2 месяца лета. Считаю. Раз, два, три! Не лето продолжается, и мы продолжаем с вами играть в игру Ravenfield. Сегодня у нас будет замечательная, интересная карта, где есть водоочистная станция, а также какие-то складские помещения, склады, есть мост. У нас, ребятки, будет новое оружие, да, такое вот интересное, а также скины. Скины на танки, у врагов будет М60 Паттон, у нас М551 Шеридан. Кстати, звучит Шеридан, как будто алкоголь есть такой, вот, ликер. Ну, вообще, алкоголь это зло на всякий случай, но вот почему-то Шеридан реально ликерчик был такой. Так что хочу сказать, мы сегодня с вами побегаем, повоюем, и это будет довольно интересно. Мы с вами сейчас в скинах, в таких вот белых, интересных. Вы помните, прошлая серия закончилась на этих скинах. Мы воевали против этих инопланетян. Теперь мы сами в таких вот крутых, прикольных костюмчиках. Мы воюем, знаете, против кого? Против лисиц. Лисички, да, они будут на нас нападать, и они там засели на складах. Давайте я вам покажу, что у нас за карта. Вот какие прикольные склады, да? С правой стороны у нас водоочистная станция. Там круто она сделана. Сейчас туда побежим, рассмотрим все. Потом я рассмотрел карту. Оказывается, здесь вот с правой стороны вверху есть такой вот завод какой-то. Плюс еще склады. Короче, там есть туннель, где мы можем проникнуть тихонечко на вражескую базу и наказать всех. Тут есть также джипы. Возможно, все-таки стоит набрать команду из ребят. Пацаны, за мной. Кто там уже стреляет? Давай займем боевую позицию. Вертушка вражеская. Ребятки, новые вертолеты также есть. Так, у меня есть какая-то пушка непонятная. Вот такая. Я не знаю, конечно, как с ее стрелять. Но давай мы... Вот летит. На, на, да, ты дыщ. Смотри. Вырубили мы вертушку. Мы опасные пацаны. У чувака такая же пушка, как у меня. Эй, это моя пушка. Ты чё? Ты чё меня копируешь? Ты клон? Тебя случайно тоже не воблер зовут? Ладно, ты в моей команде, тебя прощай. Ну, красавчик, конечно. Пушка крутая. Снова не какое-то запрещенное оружие. Так, кто там? Смотри, пулеметное гнездо какое-то. Ну, давай мы сейчас туда попадем. Это по мне корабль стреляет? Нет, не по мне. Бежим направо. За мной, пацаны. Быстренько. Карта довольно интересна, хочу реально сказать. Красиво выполнено. Тут еще здания какие-то есть. Мы в каждое здание можем забежать, посмотреть, что здесь находится. Ну, вроде бы, по карте эта территория принадлежит нам. То есть, этот берег наш. Сейчас главное поставить так, чтобы наши обязательно защищали здесь мост. Да, то есть, чтобы наши по мосту... О, наши даже там захватили! Держите место это, смотри. Так, ты кто такой? На джипе. Слушайте, дайте я хочу на нем покататься. Стоп, 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 стоп. Стоп. Ого! Сколько вас там было, пацаны? У нас в команде уже 8 человек. Мне это, конечно, нравится. Давайте сядем за эту махину. Я сел за руль. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Ты посмотри, какая бригада. Пацаны, кто влазит? А, наверное, не все сюда могут влезть. Ну, ладно, вы пешкадралом прикрывайте нас. Ту-ду-ду-ду. Вот этот джипик, слушай. Вот это протектор у нас на шинах. Так, едем. Отвоевали нашу водоочистную станцию. Вы же понимаете, в будущем, да, будет это на вес золота, мне кажется. Потому вода пресная в мире заканчивается. Водоочистная станция очень нам нужна. Мы ее захватили. Блин, ну джип крутой. Ого, по нам уже кто-то палит. Подожди, а что это? Лодка? Ой-ой-ой-ой-ой, чуть-чуть давай вперед, выехали. А как они на лед? Подожди, лисицы приехали. Завалили. Слушайте, они на лодке прям сюда. Вы видели? Выскочили. Как они так сделали? Крутые такие вообще, безжалостные. Хотят отжать нашу станцию. Вы чё? Пацаны, контролируем здесь все. Давайте рассмотрим, что здесь и как выглядит. Проходим. Вы поняли? Хотят у нас пресную воду отнять. Что здесь у них? Ничего нету. Что это за здание такое? Все, звук какой-то противный пропал. Это хорошо. Вы же понимаете, мы же будем эту воду делать боржоми. Вот они! Блин, они убили меня! Убили командира воблера. Обидка. Реально. Так, давай посмотрим, где мы появим. Они отжали! Подожди, они отжали станцию. То есть мы недаром сюда пришли. Я, ребята, жопой чувствовал, что надо как-то захватить ее.
Так, что это за тыкалка? Ничего себе! Она больше, чем человек! Если даже скрутиться калачиком, она больше, слушайте, это реально какая-то огромная, таких не бывает. Все, конечно, хорошо, но вот нашу точку отжали. Так, давай посмотрим, что мы можем сделать здесь. Техники, я так понял, здесь никакой нету. Наши перебрались, ага, наши уже там просрали, слушайте. Ну, как-то, если честно, не очень мне нравится то положение, которое сейчас у нас. Потому что станция не наша. Дружище, так, давай ты будешь со мной. Там вот лисичка бежит. Вот здесь я видел. Ну, вали ее, что ж ты-то стоишь? Внизу она была, вы ее завалили? Так, три человека со мной. Бежим вперед. Так они меня с первого раза вырубили. Как это вообще произошло, непонятно. Так кто там? Там наши вроде бы стреляют. Да, они бегут. Подожди, а чё вы бежите сюда и отстреливаетесь? Вы точку еще не захватили. Они уже отстреливаются. Это нормально? Это мой отряд. Вы чё, отряд, вы куда отступаете? Все за мной, вы чё? За воблером. Идем вперед, вперед, давай, давай, давай. Они отступать решили. Слушайте, мы можем здесь по трубам пройтись. По водичке. Надо аккуратно, потому что я первый иду. Я же командир. Я с одной стороны должен показывать им дорогу, с другой стороны меня могут убить, и все. На этом вообще наша атака закончится. Вон вода, видите, сливается. Чистый. О, кто-то вообще пролетел на машине. А что, на машине тоже можно было так проехать здесь? Так, смотри, какие-то ступеньки. Карта сделана, кстати, неплохо. Я бы даже сказал, отлично. Все так продумано, все вот эти ходы. Ой-ой-ой, откуда палят? Откуда? Так, 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 там наш. Внизу вижу. Завалил одну. Там наши подъехали на джипе, не? С базукой, блин. Подруга с базукой. Хвостатая. Подожди, это враги? Это наши. Смотри, на джипах тут ездят. Ничего себе, вы крутые. А ну я с этим пулеметом. Туруруру. Идем на захват. Точка наша, я уже вижу наш флаг. Все замечательно, вот здесь у нас вода, ребята, вы видите? Ну как они захватили? А ну, чуваки, вылазьте. Сколько вас? У нас уже 12 в команде. Мы садимся на эту тачку. Нет, я не туда сел, я хотел сесть за руль. А ну, кыш, я за руль сяду. Все, я за рулем, пацаны. Все за мной. Давай мы... А мы сможем как-то назад выехать, а ну? Еще нет, не можем мы выехать, ладно. Как вы вообще сюда заехали, ребята? Наверное, через эту... Ага, вот как вы сюда попали. Прям вперед, все за мной. Я не знаю, через мост мы прорвемся или не прорвемся. Попробуем сейчас через мост. Если у нас будет неудача, значит, пойдем через трубу. Давай, жу. Понятно, что у нас в джипе не все сидят. Возможно, надо здесь поставить тоже. Вот так вот. Чтобы наши атаковали сюда. В эту позицию. Сейчас попробуем прорваться. Ну, понятно, что это глупо с какой-то стороны. Просто переться через одно место узкое, где нас будет встречать враг. Но с другой стороны попробуем. Вот и наши потерпели неудачу. Мы прорываемся. Вид из кабины. Жух. Сбиваем, сбиваем. Ого! Отлично. Смотри, тащим. Она застряла в колесах. Мы в узкое место проскочили. Сейчас мы где-то сзади. Вот они бегут. Так, я вижу. Вот какой-то завод. Прям... Давай прям на точку припремся. Приехали. Отлично, захватываем. Пацаны, держим место. Даже чуть подлагнуло как-то. Не, ну джип вообще брутальный. Где же их танк М-60? Я его так и не видел. Сейчас мы точку здесь захватим. Прикажем нашей команде держать позицию. У нас, по-моему, 80 ботов всего на карте. То есть по 40 с каждой из команды. Не хотел ставить по 50, потому что я понимал, что будет очень сложно захватывать здесь точки. Смотри. О, вот это мы дали жару. Подожди, тут вражеская вертушка. Танк подъехал. Ой-ой-ой, наверное, не хватает людей на всех. Подожди, откуда она выскочила? Откуда ты приперлась, лисичка? Вот идет, с РПГ валит.
Ого! Она будет точку захватывать. Давай, давай, стреляй, стреляй. Что ж ты как-то криво стреляешь-то? Так, куда-то спряталась. Что у нас еще есть? Давай посмотрим. Завалили, это по нам уже стреляли? С РПГ. Сейчас мы найдем тебя. Где ты сидела, стреляла? Ты откуда вообще? Вот они! Дави их! Дави хвостатых! На, тыщ! Задавили ее. Она встала! Дави, на! Ну все, блин, сейчас догоню. За ней! Быстро за ней! Куда она побежала? Точку брать? Вот! Завалил! Бежим дальше! Вот они идут! Минус одна, вторая! Отлично, она живая! А там еще бегает. Слушайте, здесь очень серьезная атака. Точку держим. Пацаны, блин, своего в голову завалил. Я не хотел, если честно. Тут еще машины, тут джипы респаунятся. Тут бригада наша приехала. Сразу, кто напердел? Кто испортил воздух? Ничего не вижу. Глаза жжет и выедает. Фу, блин. Давай мы... Кто-то шептуна опустил. Слышите, как шипит. Что, за мной, пацаны? Что ты говоришь, прикрываем? Пешком идем? Хорошо, давай пешком, потому что на машине здесь не совсем удобно. Потом вообще какая-то дикая атака идет. Вот я вижу, можно наверх как-то пробраться. Бежим, бежим потихонечку. Никого не вижу. Слушайте, здесь вообще сколько лестниц, реально продуманная карта. Все-таки широкий, хоть на машине бери, заезжай. Вверху что-то мигает. Сюда реально на машине заехали, смотри. Или тут машина респаунится. Брутальные колеса. Джип такой прям. Так, что у нас по карте? Давай глянем. Точку мы так захватить и не можем. Там, наверное, у них концентрация врагов. Давай мы вот так. У нас 8 пуль, 18. Так, тыщ. С удара могу завалить врага, представляете? Крупнокалиберный. Тыщ. Но если я вертушку валил, так, надо, главное, точно в цель попасть. По врагу. Давайте посмотрим, какая же будет у него отдача. Аж подлагнула чуть-чуть. Никого не вижу. Где враг? Давай выше поднимемся. Я хоть правильно иду? Я не знаю, правильно, неправильно. А, мы можем по крыше пойти. Вижу по крыше. Тут есть кто-то? Нету. Движемся дальше. Подожди, а где вертолеты вообще были? Враги. Вот, внизу! Ого! Раскозявила с выстрела, ребята! Разнес ее, побежала. Ухо-хо-хо-хо! Вот это дает! Жару! Слушайте, главное попадать. Наверное, у него очень большой разлет какой-то, или непонятно, как я так прям четко попадаю. Аж самому не верится. Ох, это опасно! Бог! Подожди, я убил своего союзника и себя. Я не хотел, если честно. Ребята, респанулся на базе, чтобы испытать новый танк. Так, давай мы в него сядем. На что он способен? Смотри, какой красавчик. Это новый мод, который скачал в стимовской мастерской. Так, что у нас есть? Какая-то бронебойная пушка, да? Ого, хорошее приближение. И чё? Ага, уже горит. Со второго раза. Сейчас, смотри, сейчас взорвется. Долгая перезарядка у него. Очень долго. А чё не перезаряжается? А чё так долго? А, реально долгая перезарядка. Ладно, что у нас еще есть? Как-то я сижу за пулеметом, да? Я такой вот пулеметчик сверху сижу. И чё у нас? По машине стреляем. Давай, давай, давай. Ну такое. Мне кажется, неудобно будет по машине бить. Но он прям вообще в открытую сидит. Если честно, такое себе. Ну, гусеницы шевелятся. В принципе, нормально. Что-то новенькое подойдет. Довольно быстрый, хочу сказать. Реально быстрый танчик. Ты посмотри, что делает вражеский вертолет. Ты что, с ума сошел? Давай, пальнем. Попал, промазал. Все, завалили. Ну, возможно, это был не я, ребята. Надо команду набрать. Немножко даже FPS у меня проседает. Да как немножко? У меня не показывает сейчас, сколько FPS. Ну, жестко проседает. При том, что у меня топовая... сборка. Танк довольно лагучий, мне кажется. Не достаю. Садимся. Кто-то за пулеметом. Есть еще? Я же вроде бы еще одного кого-то брал.
Давай, смотри, пулеметчик вообще прям на улице сидит. Не, ну его, слушай. Так вот, я бы не хотел быть пулеметчиком здесь на танке, потому что он очень быстро бы нас завалили. На! Все, давим, давим всех. Прорываемся. Привет, подруга. Смотри, с РПГ-хой. Огонь, стреляй! Смотри, сколько их здесь, ну! Блин, да что ж такая долгая эта перезарядка у меня? На! Да ты чё долго? А у меня пулеметчика нету. Они по танку уже идут. Да что ж такое-то, а? Быстро за пулеметом, я за пулеметом. Перезарядка у пулемета, не вовремя у меня перезарядка. Все убили. Не знаю, что-то танк мне не понравился. А где вообще взять вертушку? У них вертолеты есть, у нас нету. Кстати, мы, по-моему, уже проиграли. То есть мы тогда как заехали, захватили, и на этом все, наша атака завершилась, да? Хорошо. У меня есть другой план. Сейчас мы появимся вот здесь вот спереди. Ну там корабль нам нужен, да, чтобы на корабле прорваться. Ну все, капец тебе. Вертушка, привет. Воблер вышел. На. Тыщ. Сбил. Смотри, какой я точный. Так, убил. Какую-то клаву, блин. Откуда? Вот, они летят. Тут еще и попасть надо с этой безумной пушки. Я за рулем. А подожди, я понял, что вы сели. За пулеметом кто будет? А, за пулеметом все-таки кто-то есть? Что, пулемет сам по себе стреляет автоматически, что ли? Ладно, поехали. Главное, чтобы нас с РПГ никто не уработал. Это враги! Ну, давай, давай, давай! Застряли! У меня есть план. Я выскочил. Где враги? На машине. Где пулемет? Сейчас мы их вообще вырубим. Давай, сейчас они взорвутся. Это наши давят? Смотри, наши. О-о-о-о, вот это вы что за сборище джипов-то? Я не знаю, где тут кто. Вот вижу какую-то подругу. Горят, сейчас они взорвутся. Ставлю пулемет. Давай, давай, давай. Блин, меня ранили. Враги убили и высадились, смотри. Слушайте, лисички-сестрички нас одолели в этой битве. Надо было, мне кажется, с машины не вылазить. Это была наша ошибка, но ничего страшного. На следующий раз будем знать, что надо сидеть в бронированном джипе и не выходить. Я просто хотел выйти и их снести. Есть. Готовченко. Смотри, прячется. Будем так прорываться, слушайте. Есть. Завалили. Вражеский вертолет. Вот они сидят. Есть двоих. Надо вражескую вертушку снести. Ой. Что-то пахнет по... Вражеский танк. Ладно, вертушку сейчас снимем. По-моему, это вражеский танк, ребята. М60 приехал. А ну посмотрим, как крупнокалиберный. Так, они на танке поехали точку захватывать. На, слушай, мы его в танке даже можем гасить. Все, танк дымится. Я думаю, что наши там его разложат. Так, там наш танчик. Прорываемся дальше. Короче, через мост прорваться нереально, да? Хорошо, что у нас есть? Катер у нас есть, они тут обмениваются снарядами. Хорошо, пацаны, я понимаю, что вы обмениваетесь тут любезностями. Давайте я вам тоже немножко помогу. Там у них пулеметная точка какая-то. Так, еще попасть надо в эту вертушку. Все, вертушку сбили. Это по мне уже стреляет, слышишь? Прицеливается. Где ты сидишь там наверху, гад ты? Так кто это перегородил-то машиной мне весь обзор? Все, завалил. Будешь знать, как по мне стрелять. Тоже мне тут снайперочек. Как я понял, враги уже летают. Вам тут жить не дают спокойно, да? Сейчас мы немножко их охладим. Кстати, вертолеты есть только у врагов. Только у лисиц. Я не знаю, почему у нас нет вертолетов. Наверное, денег у нас нет на вертолеты. Поэтому и вертолетов нету. Здесь где-то был катер. Ну, два человека, мне кажется, маловато. Надо еще кого-то взять. Стой, дружище, ты будешь со мной. Я не знаю, ты хороший боец или нет. Сейчас все покажут. Ой, ты че? Стопе, стопе.
Я понимаю, что вы там куда-то ехали, но у меня есть задание намного поинтереснее. Давайте все быстро на лодку плывем. Лодку, конечно, припарковали. Черт знает где. Давайте, пацаны, садитесь. Да, нас мало, но что могу сказать? Втроем. Надеюсь, что мы прорвемся. Тут все-таки кто-то воюет. Жук, быстренько вижу дырочку. Сейчас мы в дырочку войдем. Опа, давай. Вот враги, тарань их, тарань. Но, тарань их. Блин, все взорвалось. В говно. Мне кажется, и они, и мы тоже все погибли. Я не знаю, какой дурачок применил такое оружие, что убил обе команды. Ну да ладно. Ребята, появился где-то в туннеле, даже боюсь выходить. Судя по карте, нас окружают со всех сторон. Они уже отжали водонапорную башню. Я так и не пролез в эту дырку. У нас осталось две точки, у врагов уже пять. Понятно, что в таком темпе через минут пять они нас обгонят по очкам. Что могу сказать? Карта довольно интересная. Здесь можно долго воевать и неплохо повеселиться. Ну а с вами был Воблер. Оставайтесь на канале. Скоро увидимся. Удачи и пока.